Привет, я Дмитрий Сивков, руководитель компании Bolt Motors. Мы продолжаем показывать вам наш новый двухгусеничный буксировщик Snowdog Twin Pro. И сегодня представим вам версию с самым современным одноцилиндровым профессиональным двигателем Vanguard 400 американской компании Brickstrato. Самое главное, мы покажем, как он ездит. И что этого двигателя вполне достаточно для такого большого буксировщика. Обращу ваше внимание на самые важные детали Twin Pro, выгодные отличающие его от конкурентов. Две гусеницы, двухрядная бурановская цепь в закрытом масляном картере, редуктор заднего хода с пониженной передачей. Все это дает потрясающую проходимость и надежность, недоступную для обычных буксировщиков.